Привет, друзья, с вами Варчик, а тема для новенького видоса у нас КВ-5. Его добавили в продажу на неделю. С фантазией что-то у картошки сломалось, и они назвали эту новость КВ-5 на неделю в продаже. И даже каких-то эпических названий не придумали. Видимо, КВ-5 сам все вывезет на себе, даже не нужно ничего фантазировать. Это же легендарный, редкий танк КВ-5. Льготный, веселый, нагибающий. Где же здесь обман? Да практически везде. Я от вас ничего не буду скрывать, я вам скажу сразу честно в лоб. Я люблю играть на КВ-5. И на этом танке три отметки не просто так, а потому что мне нравится этот танк, я на нем играл, но играл пока не сделали новый балансировщик. А в новом балансировщике КВ-5 редко видел бои в топе. Поэтому я перестал играть на КВ-5, логично. Ведь КВ-5 имеет плохое пробитие, которое апнули, и сейчас оно то ли 185, то ли 186. В принципе, я поиграл сегодня целых 2 часа на КВ-5, и я таких эмоций давно не получал. Так веселиться, столько много и целых 2 часа в картошке, и это было реально весело. Можете по ссылке в описании перейти посмотреть весь стрим. Да, там были несколько боев, в которых я ничего не мог сделать. Но это все потому, что балансировщик не давал мне ничего сделать, и мне иногда встречались танки, против которых КВ-5 ни на что не способен. Но во всех остальных боях я просто веселился. Я набивал кучу урона. Я видел таких смешных врагов, но это было просто непередаваемо. Это, наверное, был за последнее время лучший мой стрим, где я получил реально удовольствие. Но не стоит забывать о том, что картошка — это казино, которое сегодня дало, а завтра забрало. Где-то мне везло с респами, где-то с командами, где-то с сетапами, где-то меня 3 раза подряд кинуло в топ, что в нынешнее время это вообще невероятно. Да и в принципе с девятками я сыграл не так уж и много, хотя не так давно я тоже пробовал играть на льготных танках. Я в принципе кроме 9 уровня не видел ничего. Что же было сегодня, непонятно. Подкрутили, повезло, не повезло. В картошке, честно говоря, сложно понять, что произошло именно сегодня, на сегодняшнем стриме. Я 2 часа веселился, в принципе вот что произошло. Картошка — это такая странная субстанция, которая утром тебе дает играть, вечером не дает. Один день, когда праздник, ты не можешь играть, когда выходной, ты не можешь нормально поиграть. Ночью с 11 до часа ночи ты нагибаешь как бог, с 2 часов ночи ты сосешь до утра. Когда проходят ивенты на ГК, в рандом лучше вообще не заходить, потому что там играют одни анаконды, которые сидят и шипят в кустах, с которыми играть невозможно. В принципе, картошка — это что-то такое невероятное, которое само не понимает, что с ней происходит. Плюс еще в этой игре ВБР 50% на все. Плюс-минус 25% пробитие в сумме 50. Плюс-минус 25% альфа, опять же в сумме 50. Снаряд летит куда захочет. И все это происходит у каждого танка в бою. Вы представляете, насколько все случайно в каждом бою? Да, конечно, я старался и понимал, куда я еду. Я старался что-то делать в каждом бою. Но в некоторых боях на КВ-5 я вообще не мог ничего сделать и сливался в ноль практически. Да и после линии фронта любители пострелять голдой в силуэт прилагаются. Как же меня девятки кумылями в силуэт пробивали, просто куда попало. Большинство восьмерок, которые имеют хоть какую-то броню, для меня были просто недосягаемы. А голда у КВ-5 не особо-то и хорошая. Также еще порадовал Т-95, который пробивается в каток в прямой. И пробивается он туда с пробитием 160+. Казалось бы, Т-95 ПТ-шка бронированная 9 уровня, но на самом деле я ее уже давно пробиваю в прямой каток. Если вам интересно, куда ее пробивать, то по ссылке в описании можете перейти на этот стрим, который был на втором канале моем, и посмотреть. Да и в принципе этот стрим был очень офигенный, я рекомендую его посмотреть. Подписывайтесь на второй канал, я там буду стримить танки еще до примерно 25 февраля, после чего мне разблокируют на основном канале на этом возможность стримить, и я буду стримить танчики здесь. А на втором канале буду стримить всякие остальные игры, которые танкистам не интересны. Да, я люблю КВ-5, но я знаю ему цену. И в нынешнем балансировщике я хоть и повеселился, это было вообще офигенно.
Я таких эмоций давно в картошке не получал, но если я буду попадаться в невыгодную ситуацию для этого танка несколько боев подряд, то я несколько боев подряд не сделаю ничего. А в ВБРной картошке все может быть. Поэтому стоит ли этот покупать танк или не стоит, мне трудно сказать. Если некоторые танки прям сразу можно сказать, это говно, то КВ-5 говно только когда попадает в низ списка. А здесь уже как повезет. С вами был Варчик, играть красиво, пока.